Интересное откровение готово развернуться перед вашими глазами, несущее с собой неожиданные изменения, которые могут полностью переосмыслить ваш путь. Сегодня мы благодарим за божественное послание глубокой значимости, призывая полностью его обнять. Его отголоски несомненны, шепча о необычайной возможности, ждущей своего исследования. Очень особый человек в вашей жизни на грани смелого скачка, игнорируя все рассудительные советы из-за своей странной привычки. Тем не менее, душа колеблется, чувствуя, что ее собственные чувства и усилия к вам не были должным образом признаны. Она вложила всю себя в это отношение и готова предпринять смелое путешествие, чтобы сделать его процветающим. Этот человек размышляет о важном обязательстве или размышляет о действиях, которые могут навсегда изменить ход вашего отношения. Несмотря на спокойный вид, его мучают внутренние конфликты, неопределенность относительно будущего пути, страх и сомнения. В этот решающий момент Вселенная посылает ясное послание, призывая вас начать глубокий и искренний разговор. В этом диалоге я приглашаю вас сохранять открытый ум, без суждений и защит, и дать этому человеку место для выражения своих эмоций и мыслей. Признайте барьеры, которые он готов преодолеть, и выразите глубокую благодарность за его уязвимость и несокрушимую смелость. Поймите, что эмоции этого человека могут укрепить вашу связь или создать непреодолимый разрыв. Вселенная понимает, что ваши отношения требуют взаимных усилий, эффективной коммуникации и взаимопонимания, чтобы стать долгосрочным и значимым. Вселенная умоляет вас создать обстановку доверия и безопасности в вашем отношении. Ваш партнер хочет, чтобы его эмоции были услышаны и искренне поняты. Отсутствие такого понимания может привести к обидам, разочарованию и даже гневу. В этот момент Вселенная умоляет вас признать безусловную поддержку, которую вы готовы предоставить. Откройте свое сердце для сопереживания и старайтесь устранить разрыв, который возник между вами, сближая ваше сердце еще ближе. Позвольте вашей несокрушимой любви и преданности сиять ярко, обеспечивая глубину вашей привязанности и преданности отношению. Важно быть открытым и прозрачным в отношении ваших мыслей, чувств и действий. Вселенная просит вас пойти дальше, инвестируя в качественное время вместе. Это позволит глубоко понимать разделяемые эмоции и проявлять истинное заботливое отношение и глубокую гармонию. Помните, что вы должны уважать свои собственные чувства, одновременно уважая эмоции человека, который рискует всем ради вас. Подходите к этой ситуации с открытостью, честностью и состраданием, устанавливая ясные границы и общаясь уважительно. Если вы решите отправиться вместе в это путешествие, то Вселенная советует, чтобы каждый шаг был предпринят с намерением и полным осознанием. Рефлексируйте о своих собственных чувствах, мотивациях, ожиданиях и желаниях, готовя почву для укрепления отношения на основе доверия и уважения. Вселенная уверяет вас, что рискнуть значительным шагом может стать трансформирующим и укрепляющим опытом. Под ее руководством вы преодолеете трудности и воспользуетесь возможностями, развивая глубокие связи с невероятными людьми вокруг вас. Откройте свое сердце и развивайте благодарность за всю любовь и милость, окружающую вашу жизнь. Позвольте себе обнять неизведанное, так как через эту отдачу новому вы испытаете благословение Вселенной в полной мере. Кроме того, когда кто-то делает усилия, чтобы быть рядом с вами, изменяя свои планы или уделяя вам время, это настоящее проявление привязанности. Это не означает пренебрегать своими обязанностями, а означает проявление преданности и желание разделять моменты вместе. Однако важно помнить, что каждое отношение уникально.
Несмотря на то, что эти рекомендации могут предложить руководство, подход к каждой ситуации должен определяться молитвой, терпимостью и разумением. Во всех отношениях целью является отражение любви и благодати, создание уз прочности на основе веры и взаимного уважения. В этот момент божественного соединения я надеюсь, что эти слова коснутся вашего сердца, вдохновят и утешат. Знайте, что вы не одиноки в этом путешествии, потому что высшая сила заботится о вас на каждом шагу. Пусть эти слова приносят мир и утешение в трудные моменты. Теперь пришло время поделиться этим огоньком веры и любви с миром, освещая жизнь тех, кто больше всего в этом нуждается. Поделитесь этими посланиями со своими близкими, принося свет во тьму и будучи агентом позитивных изменений. Пусть Бог будет с вами, и до следующего момента веры, мира и утешения. Аминь. И, наконец, когда вы представляете себе образ своей родственной души. Это может быть кто-то, кого вы уже знаете, или кого вы собираетесь встретить. Если вы хотите увидеть эту репрезентацию, просто перейдите по ссылке ниже. Пусть космос продолжит направлять ваши шаги с любовью, верой и миром. Аминь.